Добрый день, мои дорогие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня будем готовить очень вкусный салат деревенский. Для этого нам понадобится картофель 5 штук, маринованные или соленые огурцы 5 штук, зелень, укроп, петрушка и лук, половинка репчатой луковицы, 150 граммов маринованных или соленых грибов, растительное масло для заправки, соль и перец душистый. Все нарезаем произвольно и соединяем в одной мисочке. Масло в этом салате будет вкуснее жареное, но можно взять, какое у вас есть. Соединили, перемешали, и салат готов. Вот такой салат получается. Попробуйте, приготовить и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким.